Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Мэрия зарезервировала землю под жилое строительство в Нововятском районе города. Документацию по планировке территории в районе Слободы-Заполицы утвердил замглавы администрации Кирова Роман Морозов. Согласно подписанному распоряжению, землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства. Общая площадь жилого фонда составит почти 5000 квадратных метров. На одном из участков может появиться учреждение начального или среднего образования. Также проект предусматривает учреждение здравоохранения, специалист которого сможет обслуживать за одну смену до 50 человек, уточняет портал дом43.ру. Дайджест недвижимости. Администрация города выделит средства на благоустройство дворов и мест массового отдыха. Деньги будут направлены в рамках конкурса «Мой город, мой дом», который стартовал в Кирове. На субсидии из городского бюджета могут претендовать территориальные общественные самоуправления, ТОСы и некоммерческие организации. В конкурсе объявлены две номинации «Мой город, мой дом» и «Гражданская инициатива». Территориальные общественные самоуправления могут заявиться в первой из них. Она подразумевает благоустройство и озеленение дворов и создание детских игровых площадок. Максимальная субсидия на проекты по благоустройству составляет 150 тысяч рублей. 30% от запрашиваемой суммы ТОСы должны найти самостоятельно. Заявки можно направлять в территориальное районное управление до 22 марта. До 15 сентября этого года проекты-победители в сфере благоустройства должны быть реализованы. Общий фонд конкурса составит 3 миллиона рублей. Дайджест недвижимости. В феврале в Кирове заметно подорожала аренда складских помещений. Средневзвешенная арендная ставка выросла почти на 14%, со 165 до 188 рублей за квадратный метр, сообщает портал Рэкеров.ру. В остальных категориях анализ рынка аренды вторичной коммерческой недвижимости показал снижение цен. Квадратный метр офисной недвижимости подешевел почти на 6%, с 387 до 366 рублей в месяц. Арендные ставки в сегменте торговых помещений упали более чем на 9%, в среднем до 463 рублей за квадрат. Квадратный метр в производственных помещениях также стоит дешевле – 141 рубль вместо 150 в январе. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.